Уважаемые люди столицы и почетные граждане Кызыла обратились к горожанам с призывом принять активное участие в выборах президента Российской Федерации. В актовом зале главного корпуса Тувинского госуниверситета состоялось собрание общественности города, в котором приняли участие ветераны труда, активисты, руководители предприятий и организаций Кызыла, депутаты и представители различных диаспор. С призывом проявить ответственную гражданскую позицию и прийти на избирательные участки к жителям столицы и к молодому поколению обратились такие известные и уважаемые люди, как Григорий Шершин, Каракюске Чоду, Деды Сотпа, Иван Хураган, Байро Мангуш и многие другие. Наше обращение к вам, мы, ветераны города Кызыла, обращаемся к вам, чтобы вы массово, коллективно 18 марта, что пришли, это массово, коллективно, это наша сила, чтобы пришли коллективно, пораньше, не допоздна, где-то там до обеда, чтобы пришли, проголосовали за того кандидата, вы до 18 числа подумайте хорошенько и давайте выберем достойного кандидата на должность президента России.